Доброе утро, уважаемые друзья! Студенческий футбол вашему вниманию. Национальная студенческая футбольная лига Русской Цоливки и ТГУ выясняют отношения. Ессентуки, арена, Ессентуки, город Ессентуки, естественно. У нас 10-часовой утренний матч, и будем надеяться, что команды не самое ожидаемое в плане, это, естественно, перед заключительным туром в Краснодаре. Сейчас опасный момент, удар и гол. Поодаль от своего, от автора, да, главного бомбардира, от автора забитого мяча. Вот сейчас стандарт ТГУ. Максим Ряпусов сравнивает счет, 19 номер команды Цоливк, ну, примерно с, ну, даже, да, метров с 9, наверное. Минимальными проблемами игроки Цоливка, которые сейчас переходят в свою атаку. Это что? Это удар, это гол! Вот это да! Просто великолепно пробил Павел в ближний угол мяч. Сейчас русский Цоливк легко отделались, просто по минимальной планке прошлись. Желтый штрафной — это просто подарок судьбы. Удар, неплохой удар. Еще раз мы посмотрим за этим ударом. Я думаю, что сверхъестественные какие-то ходы тренерский штаб москвичей будет практиковать. Барышников здесь, да, выходит. Я думаю, это замена по позиции. Ох, какой момент! И здесь по воротам Барышникова. Но Антон хорош, правда, не с первого раза здесь мяч он укротил. А вот, и, ну, по второй замене, давайте состав, а по заменам мы попозже, это не в последнюю очередь, со стилем игры Артема Евшинцева. Ой-ой-ой, какой момент, и что, и у нас хет-трик, оформляет Павел Попов. В касание Попов в дальний угол бьет, Славин здесь мало что мог сделать. Едва ли не Предиус эту передачу отдавал. Я не думаю, что шансов на это очень много. Ладно, смотрим. Удар. Классный удар. Ближний угол. Здесь, я, кстати говоря, думаю, что Славин в теории, конечно, отражал бы этот удар. Но до конца его это самое разное. Еще раз скажу, надо смотреть по факту. А пока по факту у нас атака Тамбова. Опасно, пустые ворота. Линии вратарской и завершает, если тот убрать, ну, 4 минуты, да, максимум, что осталось. Может, 5, Рагулькин. Вот, кстати, выход 1 на 1, удары, хет-трик. 3 мяча Рагулькина хет-триком, и у нас пока, честно говоря, просто раздолье. Нет. Игра продолжается. Предиус набирает ход. Илья Предиус. Что здесь? Ох, я думаю, что это... Если это фол, то да. Это конец игры. Двойного наказания у нас нет. Раньше было... Да, но здесь зацепил. А посмотрим, Славин или Предиус. Бегается Илья. Удар. Ох, а был близок Николай Славин. Вы знаете, по-моему... Под ним мяч проскочил. Здесь все-таки дело случая по большей части. Да, вот буквально десятка сантиметров не хватило Николаю Славину. И на этом звучит финальный свисток Ислама Газиева. 5-3. Далеко не уходите, обязательно посмотрите. Там много интересного. Всем счастливо, всем пока. До новых встреч. Спасибо за внимание.